Привет, друзья! Сегодня у нас 24 февраля. И я, наверное, сегодня буду закрывать охоту по пушнине, потому что снега очень много, собаки охотятся тяжело. В общем, получается мучение, не охота. Поэтому сегодня вот я сейчас еду, встречаюсь со своим товарищем. Мы ходим практически до упора, потому что закрытие должно быть у нас результативное. И все. И потом едем, отмечаем закрытие сезона. Посмотрим, что получится. Глухарь сидит. Вот это да. Я сначала думал гусь. В деревне. Сидит, не боится. Вот дает. Кыш! Кыш, говорю. Обалдеть просто. Кыш! Свинтус. Глухарь, ты свинтус. Кыш! Ну вот, только зашли, сразу куни след. Он туда ведет. Бунт уже ищет, ищет. Посмотрим, найдет что-нибудь или нет. Вот лает. Блин, лает вот на эту осину. И что мне с ней делать? Тут осина почти метр в обхвате. Ну, лает. Блин, обойду, посмотрю. Но ее не рубить, не стучать по ней бесполезно. Ну что, Бонд, где она? Где она? На каком дереве? На каком дереве, Бонд? Опять нашел что-то. Не видно. Сейчас колот вырубим. Будем стучать. Азартно лает. Азартно лает. Только не разберется, на какое дерево. Ладно, сейчас будем стучать.